ранним утром, когда все еще спят, он приходит на работу и начинает подметать. С рассвета до заката, держа в руках свою метлу, он убирает дорожки и тротуары, но и сам соблюдает чистоту. Но как Крузо Робинзон, он был очень одинок. Чтобы не умереть от скуки, решил написать маленький стишок. Приехал я еще весной, уже зима, пора домой. Хочу уют, хочу покой, пойду домой, пойду домой. Потом хотел сказать «хочу арбуз», но у меня получился конфуз. Вдруг случилось невероятное, он не мог понять никак, как пробка из-под шампанского следующая фраза вылетела вот так. «Хочу кишмиш, хочу хурму, хочу обнять свою жену». От того, что смешным получился последний куплет, невольно усмехнулся мой друг, мигрант, поэт. А в это время из-за кустов, словно иностранный агент, за ним тайно наблюдал садовник Миша, его давний конкурент. Видя из засады, он стал кричать: о боже мой, Алик разговаривает сам с собой!» На шум и крик прибежал их старшой. Выслушав Мишу, покачав головой, отправил бедного Алика домой. Вот так он потерял и работу, и покой. Потом Алик прекратил свои творческие эксперименты и стал фиксировать стихами возникшие в жизни смешные моменты. Но иногда он роет траншею или заливает бетон. И все время смотрит по сторонам. И следит ли за ним какой-нибудь агент или шпион. Убедившись, что никакой встречки нет, он спокойно запевает свой любимый куплет. Приехал я еще весной, уже зима, пора домой. Хочу уют, хочу покой, пойду домой, пойду домой. Хочу уют, хочу покой, пойду домой, пойду домой. Как грустно мне, еще труднее моей семье. Как грустно мне, еще труднее моей семье. Хочу уют, хочу покой, пойду домой, пойду домой. Мои хорошие друзья разъедутся кто куда. Мои хорошие друзья разъедутся кто куда. Хотел бы с ним уехать я, но дома ждет меня семья. Хотел бы с ним уехать я, но дома ждет меня семья. Хочу уют, хочу покой, пойду домой, пойду домой. Ла-лай-ла-лай, ла-лай-ла-лай, ла-лай-ла-лай.